17 лет в большом каретном. А где мои 17 бед в большом каретном? А где мой черный пистолет в большом каретном? А где меня сегодня нет в большом каретном? А... Ну что ты заладил, а? Не поверишь, ты знаешь, я когда просто мимо каретного еду, руки ходуном ходят. А мимо Жабловки? И мимо Жабловки, и мимо Садовой, и Петровки. А уж когда мимо Лефортово, так вообще нажраться хочется. С участковым беседовал? Да. В общем, там полноценная преступная группировка получается. Обрывалка. Уж мы их душили, душили, душили. Знаешь, такая песня есть? Это очень хорошо. Даже очень хорошо. Да. И под ливнем, и под градом, лишь бы быть с тобою рядом. Это очень-то очень. Ты прям певец. Муслим Кобзон. Виноват. Значит, я тупой, а ты... Хвали меня. Ты Аристотель. Да. Ты Ницше. Да. Я понял. А тебе в «Жигулях» ездить надо. Почему я сам не догадался? Потому что я чурка. Не, ну, в хорошем смысле, Варик. Ну. Опричники. Пошли за мной. Ой. Дверь закрой. А не хочу. До города долетим, возьмем бабки, бухла купим. Дверь закрой. Знаешь, я всю жизнь мечтал быть аквалангистом. А я вулканологом. Будешь? Не факт. Где тачку упер? А так, пацаны, вот Линкольн. Че там, подожди, че там, кто? Че там? Алло, алло! Ну, такая только у меня и у Майкла Джексона. Это что за дети подземелье? Да! Я говорю, вчерашний на нас писал. Нет, Паттер. Мы здесь чисты. Давай, встретимся. Потележим. Я тебе расскажу все, что я про эти дела думаю. Давай. А женщина твоя ничего не будет. Это просто страховка, чтоб ты, не дай бог, в меня не пальнул. А у меня какие гарантии, что ты в меня не шмальнешь? По мне, а зацепит вас. Саша, это общее дело. И потом, не с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригада.
Папу по лицу. Вы русские свиньи, вот так, вот так. Вы русские свиньи, вот так, 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 вот так, вот так, вот так, 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 так. Вот так они нас трамбуют. Вот так, 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 так. Русские свиньи. Да, это они, они все. Русские свиньи. Да, это они все. И проститутки, и наркоманы, и алкоголики, и инвалиды, все. Русские свиньи. Русские свиньи. Да, и бандиты. Да. Об этом вот я и говорю, браво. Чего ты ворам не дал меня грохнуть, а? А тебе зачем знать? Ты же радуйся. Понять хочу. Тревожусь, когда что-то не понимаю. Да, милый, ты еще столького не понимаешь. Познакомься, Александр. Андрей Кордон, акула шоу-бизнеса. Саша, кит-убийца. Все, у меня день пограничника. Да. Саш, пограничника нет. Так, вот такое хреновое лето, Макс. Я знаю, что я делаю, когда прихожу один на вашу поляну. Потому что жизнь моя не дороже вот этого песка. Важно, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он фуфло, ну зачем тогда жить? Верно? Видишь вот эти вещи? Это вещи моих друзей. А теперь моих друзей нет. Какая-то тварь порезала их, как скотов. И вы мне говорите, чтоб я не врубал ответку!